Сегодня в программе о самом главном. Малоизвестные причины инсульта. Проверьте, входите ли вы в группу риска. Как на его развитие влияет группа крови? И почему психические заболевания могут спровоцировать инсульт? Для этого совершенно не обязательно быть старой и толстой. Вы уж решайте, что либо курите, либо, так сказать, занимайтесь сексом. Ревматоидный артрит. Почему он чаще возникает у женщин? Какие болезни его вызывают? Как он разрушает не только суставы, но и сердце? И по каким признакам заподозрить его развитие? Для врача ревматоидный артрит – это подарок. Для пациента – это горе. Кряк, и человек готов. Опасные насекомые. Какие болезни могут переносить обычные комары? Почему ни в коем случае нельзя трогать гусениц? И как самостоятельно сделать безопасный и эффективный фумигатор? Все эти насекомые способны есть все, что угодно. Насекомые, которые не моют лапы, ты сказала? Да, да, да. А есть, которые моют? Далее. Почему одних людей насекомые кусают чаще, чем других? И как сделать безопасный и эффективный фумигатор? Определенными запахами, определенным сортом пота, даже определенной пищей.